Электрическое освещение, повсеместно названное русским светом, зажжется сегодня в Санкт-Петербурге. Группа ученых во главе с редактором журнала «Электричество» профессором Федором Фомичем Петрушевским проводит первый опыт электрического освещения улиц столицы. Написали все-таки она? Да. Ну, к делу, господа. А где же Попов? Да, где же Попов? Да вот он, идиот. Александр Степанович, поторопитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Федор Фомич, армия наша в сборе. И вам, как полководцу нашему, надлежит вдохновить войска перед боем. А ведь действительно, как перед боем. Ох, уже это мне городская дума. Приходится чуть ли не с боем доказывать, что электричество экономнее и совершеннее газового освещения. Ну, ничего. Осветив все главные улицы столицы, мы проложим дорогу для освещения всей страны. А вас, господа студенты, прошу проследить, чтобы нигде не оборвали проводов. Хорошо, Федор Иванович. Александр Степанович, а как обстоят дела с динамо-машиной на барже? Динамо-машина в полной исправности, Федор Иванович. У вас, Александр Степанович, сердце всего нашего начинания. Не срамите же нас в глазах жителей столицы. Итак, господа, сейчас 7:30, осталось полчаса. Желаю успеха. Желаю успеха. Александр Степанович! Вы пришли, дорогие свои сердца? Да, конечно! Спасибо! Ну, за что же, правда? Знаете, о чем я подумал? О чем? Очень хорошо, что вы пришли. Я хотел с вами посоветоваться, Лариса Алексеевна. Дело в том, что очень сложное у меня положение. А что? При университете меня оставляют. Профессором хотят сделать. Я знаю, это замечательно. Да, но в то же время меня приглашают в Кронштадт преподавать в офицерских минных классах. Кронштадт? А вы сами-то хотите туда? Еще бы! Какие там лаборатории, лучшие в России. Вот где по-настоящему можно будет заняться научной работой. Но дело в том, что ответ я должен был дать немедленно. Александр Степанович, премия. Простите. Включаю. Это уже не чудо, а реальность. А какие еще необъятные возможности впереди? Вот почему я и еду в Кронштадт. Как, вы уже согласились? Да. Вот это мило. О чем же вы тогда со мной советуетесь? Ну как же, я же еще не знаю, поедете ли вы туда. Если вам нужно работать именно там, может ли быть для меня место лучше Кронштадт? Ну, конечно, поеду. Хорошо, что ты пришла. Сейчас я тебе покажу новые приборы. Никаких проводов нет. А смотри, что получается. Вот сюда смотри. Извини меня, но я ничего не вижу. А, ты лупу возьми. Да, крохотный иск. Ага. Искра-то крохотная, но какая в ней великая и плодотворная сила.
Странно все-таки. Такие крупные ученые, как Герц, Ри и Лодж, считают, что электромагнитные волны никакого практического применения получить не могут. Неверно. Глубоко неверно. Сила, которую мы еще не умеем использовать, не означает силы бесполезной. Но, разумеется, сейчас трудно предвидеть все возможности использовать эту новую силу. Но одна область применения мне ясна. Совершенно ясна. Передача сигналов на расстоянии без проводов. Нужна. Давай сюда. И это что ли? Вот спасибо, большое спасибо. Да к чему же вам эта трубочка-то? А вот смотрите. Да что смотреть-то? Сигналит. Командирский катер вызывает. А ведь не всегда флажками сигналы передашь. А что ж тут поделаешь? От корабля к кораблю провода телеграфного не натянешь. Вот-вот. Значит, нужно найти способ передавать сигналы без проводов. Это как же без проводов? Дело здесь не в проводах. Электричество может не только по проводам бежать. Электрическая искра возбуждает вокруг себя особые невидимые волны, которые без всяких проводов расходятся. Ну как? А вот, смотрите. Все шире, дальше, бесконечно. И вот при помощи этих невидимых электромагнитных волн можно посылать электрические сигналы без проводов. Ну, только если мы научимся принимать их. И вот тут нам может быть вот эта трубочка с металлическим порошком в ней и поможет. Дозвольте. Выходит, что трубочка ваша вроде невода, что ли? Как невод рыбу, так трубочка ваша сигналы ловит. Именно, именно, ловит. Вы чудесно все поняли. Ну, извините меня. Спешу на занятия. До свидания. Всего доброго. Большое тебе спасибо. Это кто же такой? Попов Александр Степанович, преподаватель офицерских минных классов. Войдите. Можно? Пожалуйста. Здравствуйте, Александр Степанович. Здравствуйте. Вы простите, что я вас беспокою. Дело в том, что я... Вы, да, разрешите представиться? Рыбкин Петр Николаевич. Очень приятно. Чем могу служить? На днях я был у вас, но, к сожалению, вас дома не застал. Я бы хотел, видите, когда я кончал Петербургский университет, то тема моей диссертации была посвящена электромагнитной теории света. Помню, помню. Я знаком с вашей работой. Да? Ну вот. Я узнал, что ваш ассистент якобы получает новое назначение. И я не знаю, не будет ли слишком большой смелости с моей стороны, Александр Степанович, но я бы хотел вас спросить, не могу ли я принять хоть некоторое участие в вашей работе? Сейчас я занят, у меня лекция, а нам с вами придется обстоятельно побеседовать. Приходите ко мне, ну, хоть завтра. Ага. Там завтра воскресенье. Ну вот, очень хорошо. Да, кстати, вы музыку любите? Музыку?
Ах, музыку, музыку очень люблю. Я даже сам немножко играю на флейте. Ну вот и отлично. Непременно захватите с собой флейту. Условились? Благодарю. Ну тогда завтра. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Прошу садиться. Итак, продолжим нашу тему. Электрическая искра – возбудитель электромагнитных волн. Любопытно, любопытно. Разрешите, Александр Иванович? Прошу вас. Да, есть прием. А мы здесь, какая остроумная и простая схема. Что тут? Ага, вот в чем дело. Понимаю, понимаю, Александр Степанович. Так ведь это же и есть решение приема сигнала, Александр Степанович. Вы думаете? А зачем же вы постучали по трубочке? То есть как постучал? А вот так взяли да постучали. Так, а как же иначе? Ведь от искры электромагнитные волны прошли через трубочку. И на гальванометре стрелка отклонилась. Стало быть, сигнал дошел. Потом прием прекратился. До тех пор, пока я не встряхнул порошок в трубочке. И только после этого опять стрелка стала уже реагировать на волну. Но ведь это же плохо, Петр Николаевич, если после каждого сигнала стучать по трубочке пальцем. Да, плохо. Необходимо, чтобы порошок после каждого сигнала встряхивался автоматически. Автоматически. И мне ясно, что это должна делать сама волна. Ах, понимаю, 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 понимаю. Но как, Александр Степанович? Вот в этом-то и загадка, Петр Николаевич. Довольно работать. Сегодня же воскресенье, все гости собрались. Пойдемте. Да, Петр Николаевич, пойдемте, пойдемте. Благодарю вас. Пойдемте. Благодарю. Прошу вас. Петр Николаевич, вы не рассердили, что я вас оторвала от работы? Ну что, что вы, нет, нет. Но как у вас с Александром Степановичем? Все хорошо? Не знаю, боюсь, что он не возьмет меня в ассистент. Возьмет, вот увидите, возьмет. Вы что, это секретничаете, да? Пойдемте, пойдемте.
Садитесь. Смотрите. Понимаете? Не понимаю. Ну как же так, голубчик? Ведь вот он, автоматизм. А мы-то с вами рассуждали. Ведь вместо гальванометра нужно присоединить обыкновенный электрический звонок. Звонок? Вот именно. Молоточек звонка одновременно по чашке ударяет, звуковой сигнал дает. И он же отскакивает... Щелкает по трубочке, вспыхивает порошок. Вот-вот. Понимаю, Александр Степанович, понимаю, понимаю. Но самое-то главное, вы же оказались правы. Сама же волна производит всю работу. Ай, любопытно, любопытно. Что случилось? Ничего дурного, родная моя. Друзья мои, извините, мне Петр Николаевич понадобился для консультации. Совершенно неотложный. Папа, пойдем играть. Что тебе? Пойдем играть. Ну, пойдем. Все уже пойдем. Ну, а трудиться, Петр Николаевич, начнем завтра. А что, мне ответ дадите завтра? Какой? А буду ли я работать с вами? Так мы уже с вами работаем, Петр Николаевич, работаем, дорогой мой. Пойдемте. Прошу. Ну, музыку, господа. Господа, в Петербург поспешим на пристань. Да, по субботам всегда полно. А что завтра на Ленске? Премьера, ночь перед Рождеством. Можно? Ну вот, Александр Степанович, доставил в целости и полной сохранности. Пожалуйста, прошу вас. Хорошо. Очень хорошо. Можно начинать? Можно. Только, Александр Степанович, а не присесть ли нам, а? Как перед большой дорогой. Вот-вот. Ну что ж, присядем. Ну-ну. Ну вот, начнем? Начнем. Включаю. Звонит! Звонит! Звонит. Попробуем еще раз. Только отойдите, пожалуйста, подальше. Ага. Хорошо. Я готов. Можно? Включаю. Звонит. Великолепно. Будьте добры, Петр Николаевич, отойдите, пожалуйста, еще дальше. Ага. Я тогда в класс пойду. Александр Ильич. Хорошо, идите. Включаю. Звонит. Я иду еще дальше. Идите, идите, Петр Николаевич. Готов, Александр Степанович. Включаю. Звонит. Звонит. Петр Николаевич, не откажите в любезности. Пройдите в последний класс. Чаю! Не звонит! Азат Степанович, не звонит? Неужели расстояние велико? Попробуем еще раз в том классе. Попробуем. Звонит? В этом классе звонок только что действует. В чем же дело? Александр Степанович. Александр Степанович. Прости, я хотела узнать, придешь ли ты ужинать. Нет, Раенька, сегодня вряд ли. Ах, сколько я тебе хлопот доставляю. Спасибо. Ну, не буду вам мешать.
Желаю успехов. Спокойной ночи, Алексей. Петр Николаевич, давайте заменим разрядник. Разрядник давайте. Что за колдовство? То звонит, то не звонит. А? Что такое? Непонятно. А вы знаете, который час? Уже утро? Ой-ой. Может быть, отдохнем? Ну что, Александр Степанович, все равно не уснуть. Прошу вас. Благодарю вас. Ой-ой-ой-ой. Петр Николаевич, а аппарат стоял здесь, когда звонок действовал? Нет, на том столе. Они все равно. И расстояние-то одинаковое. Точнее, где? Вот здесь, вот точно. Здесь, на этом месте. Будьте добры, Петр Николаевич, дайте сигнал. Хорошо. Можно? Включаю! Петр Николаевич, вы здесь же звонит? Действительно колдовство. На этом столе, извольте видеть, звонит, на том не желает. Дайте один продолжительный. Хорошо. Включай, Александр Степанович! Петр Николаевич, принесите большой моток провода. Провода? Сейчас! Пожалуйста. Дайте еще раз один продолжительный. Хорошо. Включаю. Достаточно. Очень примечательно, Петр Николаевич, что при увеличении расстояния прибор действует только тогда, когда подо него находится провод. Провод? Да, так как провод становится добавочным возбудительным волн и усиливает чувствительность прибора. И вы об этом так спокойно говорите? Александр Спасович, ведь это же ключ к дальности приема. Попробуем еще раз, а я пойду в последний класс. Хорошо. Включаю! Звонит! Звонит! Гремит! Заливается! Александр Степанович, поздравляю вас! А я вас. Ну куда же теперь пойдем? Тут уже места мало стало. Петр Николаевич, знаете что? Пойдемте в сад. Пойдемте, пойдемте. Включаю. Отойдите дальше, на 50 саженей. Петр Николаевич, ну как? Сейчас, сейчас! Готово! Можно! Ну как? Нет звонка! Звонка нет. Петр Николаевич, будьте любезны, подайте сигнал. Хорошо.
Можно? Можно! Звонит! Ага, значит, провод надо подключить. И чем провод выше, тем лучше. Так, так. Александр Степанович, давайте я на дерево залезу. Хорошо, залезайте. Петр Николаевич, постойте, не надо! Почтеннейший, почем ваши шарики? По пятачку. Давайте все. Все? Фу, интересно. Я присоединю конец к приемнику. Включаю. Ну, Александр Степанович, этот день я никогда не забуду. Да, как будто бы кое-что удалось. Да. Я-то здесь. Кто же подает сигнал? Небо. Небо? Будет гроза. Молния. Гигантские искры. Это они посылают нам свои сигналы. Но гроза-то далеко. Александр Степанович, где он и на где? Вы представляете себе, батенька мой, на каких расстояниях когда-нибудь будут действовать наши аппараты? Таким образом, я вкратце изложил отношение металлических порошков к электрическим колебаниям. Я позволю себе продемонстрировать этот прибор. В середине аудитории находится передатчик-вибратор. У меня же здесь приемный аппарат. Я присоединяю к трубочке с металлическим порошком, благодарю вас, вертикальный провод. Это увеличивает чувствительность приемника. Итак, прошу, Петр Николаевич, дайте 3 сигнала. Хорошо. Включаю. Я попрошу вас дать 5 сигналов. А теперь 7. В заключение могу выразить надежду, что при дальнейшем усовершенствовании этот прибор может быть применен к передаче сигналов на значительные расстояния. По-моему, это новая страница физики. Да-да, несомненно. Подождите, Менделеев будет говорить. Так как вы озаглавили свой доклад об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям? Да, да. Ага. А что же это как не телеграф без проводов в ближайшее время? Поистину наука перестала чуждаться жизни и написала на своем знамени: посев научной взойдет для жатвы народной. А из посева, над которым потрудился Александр Степанович, народ жатву соберет богатейшую. Богатейшую! Петр Николаевич, это замечательно. Федор Фомич. Александр Степанович. Я горжусь, Александр Степанович, что сегодня присутствую здесь, в этом зале. Полвека я преподаю физику в университете. И если в вашей работе
вам пригодилась хоть одна доля моих стараний, то я могу считать, что жизнь свою прожил не напрасно. Поздравляю. От всей души поздравляю. Париж. Лондон. Сури. Привет, господа, к чаю. Оксфорд. Нет ничего не почитать. Кембридж. Прага. Афины. Опять научная. Будапешт. Журнал Русского физико-химического общества. Брюссель. А.С. Попов. Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний. София. Вена. Ничего не понимаю. Неужели это кто-нибудь читает? Чикаго. А для души у вас ничего нет? Рим. Все. А где же Болонья? Болонья? Где же Болонья? Нет. Запишите-ка. Италия. Болонья. Королевский университет. И капли крови твоей горячей, как искры вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгутся безумной жаждой свободы, свет. Да. Он тоже новое средство связи ищет между людьми. Только не в технике, а в устройстве самой жизни. И имя у него какое укоряющее. Горький. Тесный мы. Страна огромная, люди чудесные. Всюду перегородки. Для тела, для чувств, для мыслей. Честно. Стой. Кажется, дети проснулись. Соединили. Что-нибудь получилось? Получается. Теперь на старости лет придется учить азбуку. Телеграфную. Мой ассистент Петр Николаевич Рыбкин находится в помещении химической лаборатории. Через несколько минут он начнет передавать сигналы, которые будут приняты в этой аудитории и записаны на телеграфной ленте. Простите, велико ли расстояние до химической лаборатории? 126 саженей. Позволю себе спросить, открыты ли окна в химической лаборатории? Закрытые окна, деревянные двери, каменные стены не являются преградой для электромагнитных волн. Я отлично помню, еще в 1889 году Александр Степанович впервые высказал мысль о возможности телеграфировать без проводов. Это было в 89 году. Тогда никто, даже знаменитый Генри Герц, не верил в возможность практического применения электромагнитных волн. Петр Николаевич, время? Ага. Даже Генри Герц не верил. Так и передадим.
То, что я держу в своих руках, является первой в мире телеграммой, переданной без проводов. Александр Степанович, Степан Васильевич Макаров хочет с вами познакомиться. Не только познакомиться, но поблагодарить вас, Александр Степанович. Неоценимое дело вы сделали для нашего флота и для всей России. Победа! Петр Николаевич, полная победа! Поздравляю вас! Петр Николаевич, от всей души! Прошу прощения, господин Попов. Позвольте вас потревожить. Пожалуйста. Разрешите представиться. Лемке, инженер-электрик. Слушаю вас. Мне нужно побеседовать с вами, господин Попов. Когда вы мне разрешите приехать к вам? Ко мне? Это будет вам неудобно. Я живу в Кронштадте. Это не важно. Очень серьезное дело и очень срочное. Но если ненадолго, давайте сейчас. Если вас не затруднит. Да. Простите меня, господа. Я восхищен. Ваше открытие – самое гениальное открытие века. Ну, это вы преувеличиваете. Нисколько. И ваше выдающееся изобретение, господин Попов, с первых же дней должно быть поставлено на солидную коммерческую основу. Коммерческую? Да, да. Ваше изобретение для этого уже вполне созрело. Я представляю в России британскую электрическую компанию. Это крупнейшая фирма Англии. И если вы только предоставите ей монопольное право... Монопольное право? Коммерческая основа? Так что вы говорите? Разве я для этого работаю? Мой труд, господин Лемке, принадлежит моей стране. Может быть, вы все-таки позволите мне приехать к вам в Кронштадт? Это совершенно бесполезно. Но поймите... Мы никогда не поймем друг друга. Напрасно. А вам следует поторопиться, господин Попов. Другой изобретатель еще не нашелся, но может найти... Это что, угроза? Совет. Александр Иванович, вас ждут. Простите, я, кажется, помешал. Напротив, Петр Николаевич, напротив. Мы с господином Лемке исчерпали тему. Скажите, вы не знаете, когда будет капитан Дэвис? Нет, сэр, но капитан просил оставить номер. Очевидно, это для вас. Думаю, что нет, но тем не менее я перееду к вам. Очень приятно. Здравствуйте. Капитан Дэвис? Мистер Лемке, как удачно. Дорогой мой, знаете, кто сегодня приехал? Кто? Мой кузен. Из Болонии? Да-да, тот, который вас интересует. Ящики через вестибюль проносить не разрешается. Это научные аппараты. Требуют крайней осторожности. Я думаю, Джек, в виде исключения можно. В виде исключения? Номер 27. Познакомьтесь, джентльмены. Инженер Лемке. Прошу прощения, Маркони. Я чрезвычайно рад познакомиться с вами. 211 тысяч. Где же ваш итальянец? Сейчас он будет здесь. 385. А может, лучше подумать о чем-нибудь другом? Мне вот вчера предложили заняться производством живых картин для синематографа. Я не верю в синематограф. А в беспроводные телеграммы верите? Безусловно. Почему? Я сам видел схему. Я видел аппаратуру в действии. Это было где-то в Санкт-Петербурге. Может быть, у вашего знакомого совсем не то. То же самое. Верьте мне, абсолютно то же самое. Да. Мистер Маркони. Просите. Сеньор Маркони, прошу, знакомьтесь, джентльмены. Сеньор Маркони, мистер Айзекс. Садитесь.
Как вам нравится Лондон, сеньор Маркони? 843. Если вам затруднительно объясняться по-английски, я охотно возьму на себя роль переводчика. Ну что вы, я почти англичанин. Моя мать ирландка. Это одно и то же. Это не одно и то же. В данном случае не имеет значения. Мой друг Ленке рассказывал мне о вас, господин... Маркони. Господин Маркони. Если я правильно понял... Благодарю. Вы хотите продать одно изобретение... Как дорого вы его цените? Идеи, мистер Айзекс, не имеют цены. Мое изобретение – это мой вклад в человеческий прогресс. Я рад, что вы так здраво смотрите на вещи. Но дело в том, что ваше изобретение еще нужно, как бы это сказать, реализовать. А что бы вы посоветовали, мистер Айзекс? Ну, например, можно создать акционерное общество. Вы нам дадите ваше изобретение – а мы сделаем все, чтобы она стала достоянием человеческого прогресса. Это звучит убедительно. Ну вот и отлично. Значит, я буду пайщиком вашего акционерного общества. А деньги у вас есть? Деньги есть у вас. У меня есть изобретение. А? Как вы думаете, Ленке? Может быть, нам лучше обратиться в Петербург? Вы, вероятно, имеете в виду господина Попова? Пожалуйста. Но для этого мистеру Лемке незачем было ехать из Петербурга в Лондон. Однако и вы, сеньор Маркони, оставили солнечную Болонию и тоже приехали в наш туманный город. Вы хотите найти здесь деньги? В Лондоне все можно найти. Можно найти и другого Маркони. Вполне допустимо. Но патент на беспроволочный телеграф у меня. Хорошо, зачем спорить? Я согласен. Вы будете пайщиком акционерного общества. Сколько? 15%. Мне было очень приятно познакомиться с вами. Подождите. Ну, садитесь, садитесь. Сколько же вы хотите? 50%. Хорошо, вы получите 25%. Мне кажется, мистер Айзекс меня не понял. Может быть, вы будете столь любезны перевести ему 50%? Я ясно сказал 25. Знаете, сеньор Маркони, рискованно изобретать беспроволочный телеграф. Это может повредить телеграфным компаниям, а вредить телеграфным компаниям опасно. Прохожий невзначай толкнет вас на улице, и вы попадете под омнибус. Вы подали мне прекрасную мысль. Пожалуй, в самом деле лучше продать мой патент телеграфным компаниям. Пусть они уничтожат его, закроют на 10 замков. Да не все ли равно, что они с ним сделают? Что вы говорите? Это же преступление. А человеческий прогресс? А интересы империи? Вы же англичанин, мистер Маркони. Нет, для меня цивилизация и прогресс прежде всего. Так же, мистер Айзекс... как и для меня. Молодой человек, вы мне начинаете нравиться. Ну, хорошо. Я полагаю, мы договоримся. Thank you.
там. Ну, входите, коли постучали. На книги только там несет. Степан Васильевич, не ждал, но видеть рад. Простите, что нелюбезно вас встречаю, сами виноваты. Вот вашим же предложением увлекся. Посылку ледокола Ермак в арктическую экспедицию всемерно поддерживают. Прошу. А что это с вами? Зол я сегодня, Дмитрий Иванович. Зол. Руки чешутся. Причина, если не секрет? Вот она причина. По дороге к вам прочитал. Электричен. Июньского номера я еще не видел. Вот, а вы поглядите. Тут точно изображена схема приборов нашего Попова. Угу. Англичане утверждают, что это изобрел какой-то Маркони. Погодите, погодите. Демонстрации опытов Попова великолепно помню. Мы сейчас посмотрим. Даже точности, Дмитрий Иванович, ручаюсь. Слово ваше ценю, но привык опираться на факты. Посмотрим. Пожалуйста. Вот. В качестве чувствительного к электрическим колебаниям органа Попов пользуется трубочкой с металлическим порошком. А как у Маркони? Та же трубочка. Далее у Попова встряхивание трубочки происходит автоматически. Действием самой волны при помощи звонкового молоточка. Ну, то же самое и у Маркони. Так, вертикальный провод. Ага, для повышения чувствительности приема. Вычеркните, зачеркните этого вашего Маркони. Почему мы его? Ну, все равно зачеркните. Ага. И реле. Реле, зачеркните. Позвольте. Что же, однако, остается? Нет уж, об этом позвольте вас спросить. Ничего не остается. Нет, Дмитрий Иванович, остается фамилия, как его, Маркони, изобретатель. Как это называется, а? На языке математики это называется тождество. На языке юриспруденции плагиатом. А по-русски говоря, стащил, похитил, украл. Вот, Дмитрий Иванович, какие художества творятся в науке. Не в науке, а с наукой. Наш торгашеский век, она тоже становится предметом купли и продажи. Пигмеи вяжут великана, а великан лежит и даже не сопротивляется. Мало делать открытия. Надо их защищать, уметь. Защищать от барышников, от бесстыдных стяжателей, от биржевых толстосумов. Едем. Куда? Попову. Да ведь он в Кронштадте живет. А что из того, что он в Кронштадте живет? Мы, батенька, на Северный полюс собрались, только до Кронштадта как-нибудь доберемся. Едем. Читали? Александр Степанович, статейку об открытии беспроволочного телеграфа читали? Читал. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Погодите. Когда прочитали? Вчера вечером. И что предприняли с тех пор? Я полагаю... Я вас спрашиваю, что вы предприняли с тех пор, как статью прочли? Да помилуйте, Дмитрий Иванович. Вот видите, люди для меня воскресным днем пожертвовали. Изготовляют новые приборы. Не мог же я к ним не прийти. Сегодня вечером я напишу письмо в редакцию журнала. Так вот, с письма-то и надо было день начинать. А людям можно было объяснить? Они бы поняли? Скажите мне... Кто беспроволочный телеграф изобрел? Да, Александр Степанович изобрел. Дело известное. Да, вы так думаете? А вот в английском журнале Electrician напечатано, что какой-то Маркони изобрел. Так кому я теперь должен верить? Вам или журналу? Позвольте, да как же это? Мы же все свидетели. Так а вот мы с адмиралом Макаровым тоже свидетели. А много ли пользы от этого? У журнала-то голос погромче. Это же... Грабеж. Среди белого дня грабеж. Правильно, грабеж. И добро бы одного Александра Степановича грабили. Русскую славу грабят. Ведь какое открытие. И это родилось в России. Англидиш уже тянется лапа, чтобы клеймо чужеземное приложить. Извольте письмо написать. Письмо резкое, протестующее. Я посмотрю, как они посмеют его не напечатать. Ну, а теперь поздороваемся. Здравствуйте, Александр Степанович. Здравствуйте. Тяжело было, небось, статейку читать, а? От всей души вам сочувствую.
Здравствуйте, Степанович. Главное, у них там делу большой размах придан, а мы до сих пор кустарничаем. Широкого проведения опытов никак не могу добиться. Добьемся, Александр Степанович. Завтра же в техническом комитете такую бурю подниму. Будете производить опыты. На боевых кораблях будете. Ага, милости просим. Интересуйтесь нашими делами. А как же? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, что желаете передать на крейсер «Африка»? Ну, прошу передать. Произведите холостой выстрел. Пожалуйста. А выстрела-то нет. Не понимаю. Петр Николаевич, передайте на Африку, почему не выполнили нашу просьбу. Хорошо. Разрешите? Разве это крейсер «Африка»? Нет, это минный крейсер, лейтенант Ильин. Может быть, аппарат не в исправности? Александр Степанович, неужели? Может быть, Петр Николаевич, разве мы с вами аппараты изобретали? Извините. Мы факты, явления в систему вводили. И вот новый факт. Крейсер «Африка» не принял наших сигналов. И не мог принять. Да почему же, Александр Степанович? А вот посмотрите. Вот наше судно. Вот крейсер «Африка». Заметьте, что связь прекратилась именно тогда, когда между судами прошел крейсер «Лейтенант Ильин». Ага, значит, он своим корпусом заслонил крейсер «Африка». Видите ли, Петр Николаевич, его металлический корпус не только заслонил, но, очевидно, подобно зеркалу и отразил посланные нами волны. Значит, можно будет в тумане, ночью, на дальних расстояниях, при помощи электромагнитных волн, обнаружить любой металлический корпус. Любой находящийся в море корабль. Да. Да, но это только тогда, когда мы научимся принимать отраженные эти волны. Конечно. Любопытно. Можно просить ваш бинокль? Благодарю вас. А все-таки как же насчет выстрела-то? Ах, выстрела? Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Великолепно. Просто глазам не верю. Александр Степанович, каждое судно, каждый военный корабль русского флота должен иметь ваши аппараты. Вот об этом-то я и мечтаю. Но простите, Павел Петрович, вы только что сами признали, командиры крейсеров Европы и Африка дают приборам господина Попова отличную аттестацию. Признаю. Но пока ничего не могу сделать для господина Попова. Да не для Попова, а для русского флота, ваше пресвятительство. Нужно немедленно принять меры, чтобы российские боевые суда в наикратчайший срок были снабжены новыми средствами связи. Да кто же с этим спорит? Уже создана комиссия. А вот это, Павел Петрович, значит гнать зайца дальше, как выражается в канцеляриях. Знаете, когда решение перекладывается на дальнейшие инстанции? Но гнать зайца дальше некуда, Павел Петрович. Вам решать. Гоню зайца. Стрелять нечем, Степанович. Денег нет. Один Апраксин миллион стоил. Зато вся мировая пресса трубит.
броненосец генерал-адмирал Апраксин отправился в кругосветное плавание. Успели таки, доли достала. Глядите-ка, красавец какой. Что не говорите, а растет. Набирает силы флот российский. Плохо набирает сил наш флот, коль скоро новейшие средства связи отвергаем. Скажется этот, Павел Петрович. Когда грянет война, тяжко скажется. Ну, вы меня войной не пугайте. А что касается приборов, я имел уже удовольствие сказать вам, подыскиваем фирму. Закажем, вероятно, англичанам. Почему англичанам? Ну, французам. Дались нам англичане французы. Инженер Маркони русское изобретение присваивает. И нашим добром, нам же челом. А вы его под английской маркой покупать собираетесь. Что мне прикажете делать? Я человек реальный. У меня целый флот. А у них великолепно налаженное производство. Да надо же когда-нибудь самим ставить производство. И ведь сможем. Ей-богу, сможем. Войдите. Ну вот когда сможем, тогда и вернемся к приборам господина Попова. А сейчас разрешите считать наш разговор законченным. Секретный пакет с броненосца Апраксин. Апраксин? Что? Что такое? Боже мой, боже мой. Что скажет государь император? Что скажет Европа? Карту Финского залива! И зовите Дикова Стелецкого! Прикажете удалить все? Подождите, Степан Иванович. Полюбуйтесь. Вследствие сильного снежного шторма сели на камни острова Гогланд. Без помощи с камней не сняться, пробоин не заделать. Произошло. Да. Сегодня на прием нам, пожалуй, не попасть. Необходимо снять броненосец с камней до весеннего ледохода. Иначе его сомнут торосистые льды. К месту аварии может подойти только ледокол Ермак. Степанович, ваш Ермак. Я готов, полк Петрович. Операция эта длительная, а связи нет никакой. Да, на остров Гогланд даже почта не доставляется. Без связи ничего нам не сделать за этот короткий срок. А что, если с полуострова Котка проложить телеграфный кабель? До места аварии 28 миль. Прокладка кабеля обойдется более 100 тысяч. Деньги найдутся. Ха. И все-таки это очень сложно. 28 миль. А чем вы толкуете, господа? Кабель можно проложить только весной. А тогда и надобности в нем не будет. Неужели нет никакого выхода? Есть выход. Степанович. Я предлагаю поручить наладить связь между Коткой и Гогландом господину Попову. Опять вы про свое. Беспроволочный телеграф. Другого выхода нет. Ваше мнение, господа? Безусловно. Полагаю, Степан Осипович прав. Прав. Добились таки. Ну что ж, придется немедленно вызвать сюда господина Попова. Вы изволили запамятовать, ваше пресвятительство. Я уже в начале разговора вам докладывал. Господин Попов битых полтора часа в приемной дожидает. Оказывается, у вас все предусмотрено. Разрешите пригласить, Александр Степанович? Пожалуйста. Александр Степанович, прошу вас. А я был обрадовался. Думал, уходит Макаров. Будто вы не знаете, Степан Осипович. Не уйдет, пока своего не добьется. Таким образом, одна станция телеграфа без проводов должна быть установлена у места аварии. Острова Гогланд. Другая, очевидно, на Котке. От Гогланда до Котки 28 миль. Иначе говоря, 40 верст. А вы, Александр Степанович, насколько мне известно по донесениям, расстояние в 30 верст уже перекрывали. Да, но не при таких условиях. Предстоят морозы и пурга. Не станем преуменьшать трудности. Ничего, ничего, мы всемерно поможем господину Попову. Нет уж, ваше пресвятительство, на этот раз господин Попов поможет нам. Да, вот еще что. Очевидно, вам потребуется помощник, который должен руководить второй станцией. У Александра Степановича есть надежный помощник, господин Рыбкин. Если Александр Степанович будет на Котке, то Рыбкин будет на Гогланде или наоборот. Но не в этом дело. Трудности предстоят огромные. Отсутствие всякой иной связи возлагает всю тяжесть ответственности за успех на Александра Степановича. Вот о чем не нужно забывать, господа. А теперь, Александр Степанович, за вами слово. Я попробую. Thank you.
Приехал! Александр Степанович, дорогой мой, зачем же вы это ночью в такую-то погоду? Я и так уже сдержался свыше всякой меры. Пришлось объяснять, да согласовывать. Согласовывать, да объяснять. Здравствуйте. 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 Здравия желаю. Странно все-таки, что станцию здесь, у острова Куцла, построили. Я ведь просил поближе к Гогланду. Я здесь ни при чем, Александр Степанович. Лейтенант Фолькер командует. Это он настоял. 5 лишних верст перекрыть придется. Да. Потом. А мачта готова? Мачта. Рад вас приветствовать. Что, красавица, а? Жидковато. Напрасно беспокоитесь. Антенна поставлена, можно передавать. Прилегли на часок. Не понимаю. Все приборы в исправности. Мачта достаточно высока. Даже с запасом. Не понимаю. А вдруг не перекроем? Далеко все-таки. До Котки 28 миль. Далеко-далеко. Было бы близко, нас бы сюда не послали. Должны перекрыть. Должны-то должны. Опять командир Ермака идет. А может быть, у них там что-нибудь не ладится? У кого это у них? У Александра Степановича не ладится. Вы понимаете, что вы говорите? Степанович, телеграмма из Петербурга, из главного морского штаба. Вот послушайте, для передачи командиру ледокола «Ермак» около острова Лавансари оторвало льдину с рыбаками. Окажите немедленное содействие спасению этих людей. Спасти рыбаков может только Ермак, а вовремя сообщить Ермаку можем только мы. От этой мачты, от этой антенны зависит жизнь людей. Как же мы поступим, друзья? Делаем, Александр Степанович, делаем! Хорошо, пойдем! Пошли! Не понимаю.
спасибо, друзья! Котка передает. Котка, котка. Что случилось, Петр Николаевич? Люди гибнут. Люди гибнут. Я побежал на Ермак. Ничего нет от Ермака. Нет. Смотри, смотри, дед! Ермак! Друзья мои, Ермак вернулся, рыбаки спасены. Сговорились все? Не волнуйтесь, Лемке. Наша фирма уже настолько богата, что выдержит и эту бурю. И все-таки не мешало бы еще раз поговорить с Поповым. Стоп! Вам снова придется съездить в Санкт-Петербург. Вы не знаете Попова. С ним сговориться немыслимо. В ряде стран нам до сих пор отказывают в патентах, ссылаясь на Попова. Пора покончить с этим. Но вам это, пожалуй, не по силам. Придется поехать кому-нибудь похитрее. Одну минуточку, я посмотрю. Ну что, клюет? Нет, не клюет. Знаете, Петр Николаевич, последние дни Александра Степановича не узнать. Он словно сам не свой. Да-да. Неужели это все еще связано с приездом итальянского крейсера? Возможно. Приезд Маркони. Его настойчивые попытки встретиться с Александром Степановичем. Ну ведь Александр Степанович ему отказал. Что же теперь его тревожит? Маркони повсюду рекламирует свои якобы новые аппараты. Пытается получить заказ для нашего флота. И вот морское ведомство обратилось к Александру Степановичу за консультацией. Значит, ему придется поехать на итальянский корабль? Пожалуй, это не исключено. Мой приезд в Россию, господа, происходит в знаменательный для меня момент. В моих лабораториях создан образец прибора,
который является новым этапом беспроволочной телеграфии. Какие задачи, господин Маркони, вы ставите перед собой на ближайшее будущее? Сейчас я стремлюсь к объединению лучших научных сил мира. В этом я вижу залог повсеместного распространения беспроволочной связи. Извините меня, господа, я вынужден вас покинуть. Маркиз Соляри даст вам исчерпывающие сведения по всем интересующим вас вопросам. В таком случае, господа, прошу вас ко мне. Я уже терял надежду встретиться с вами, Попов, Маркони. Наконец-то вы откликнулись на мою просьбу. Я прибыл в связи с вашим предложением морскому ведомству. Могу ли я познакомиться с вашими приборами? О, конечно. Прошу вас. Раздевайтесь. Спасибо, я ненадолго. Садитесь. Благодарю. Может быть, вы позволите бокал Мадеры? Спасибо, вы не утруждаетесь. Вы свободны. Вот мы и встретились, господин Попов. С большим вниманием я слежу за вашими выдающимися достижениями. Благодарю вас. Очень жаль, что вы не побывали у нас в Лондоне. У меня работают такие крупные ученые, как Лодж, Резерфорд, Флеминг. Как бы они обрадовались вашему приезду. Приезжайте к нам. Вы посмотрите наши лаборатории, наши заводы. Спасибо. А пока, если позволите, я осмотрю ваши приборы. Обязательно. Ваше мнение для меня особенно ценно. Неудивительно ли, господин Попов, мы с вами, два человека в разных концах земного шара, пришли одновременно... Если я не ошибаюсь, вы предлагаете морскому ведомству аппараты нового образца. Скорее, усовершенствованного. Господин Попов, в моей работе возникло много вопросов, неразрешенных проблем. Я не скрою от вас. Я бы хотел обратиться к вам, к вашему опыту. Мы теряем время. Цель моего приезда... Очень жаль, господин Попов, что вы так торопитесь. А хотелось бы поговорить о многом. Ну что ж, пойдемте. Прошу вас. Вас, вероятно, тоже стесняет необходимость заниматься вопросами производства. Да, в этом наше несчастье. Для исследовательской работы совсем не остается времени. Почти вся энергия уходит на организацию, на производство. Зато в этом отношении у нас имеются некоторые успехи. Вот этот аппарат, например, образец нового серийного выпуска. Вы говорите об этом приборе? Да. Этот прибор вы предлагаете нашему морскому ведомству? Да. Прибор отделан неплохо. Господин Маркони, несколько лет назад в английском журнале Electrician было опубликовано мое письмо, в котором я утверждал, что устройство приемника, которое вы называете своим, является точным воспроизведением моего прибора. Почему вы мне тогда не ответили? Должен сознаться, я до сих пор испытываю неловкость, что своевременно не ответил вам. Но и вы мне не ответили, господин Попов, когда год назад я сделал вам предложение о совместной работе. Но, к счастью, это легко исправить. Во имя блага общего дела я вновь предлагаю вам объединить наши усилия. Заимствование чужой идеи вы называете объединением усилий. Вот этот прибор, ваш последний образец. За исключением одной детали, потенциометра, не имеющей никакого принципиального значения, в точности повторяет то, что мною было подробно описано еще в 1895 году. Господин Попов, сегодня в моих лабораториях работают виднейшие ученые многих стран. И всех их объединяет одна благородная цель. Они служат человеческому прогрессу. Скажем точнее, вашей фирме. Что ж из этого? Для меня так же, как и для вас, важнее всего интересы науки. Но для того, чтобы притворить в жизнь крупные изобретения, необходимо строить предприятие, занимать прочное место на бирже.
Моя фирма это полностью гарантирует. Вы меня понимаете? Я вас очень хорошо понимаю. Нет, господин Попов, не совсем. Хорошо. Я буду с вами откровенен до конца. Вы мне нужны, господин Попов. Мне нужны ваши знания, ваш талант, ваш опыт. Моим опытом вы уже в достаточной мере воспользовались. Поверьте, я не останусь в долгу. Я создам вам небывалые условия работы. Поймите, в наше время без денег ничего нельзя сделать. А у меня вы будете иметь все. Сколько вам нужно на опыты? Миллион? Два? Пожалуйста. Я ничего не пожалею для науки. Не смейте говорить о науке. Вы видите в ней только средства для наживы. Вы беззастенчиво присвоили чужое изобретение и торгуете им. Ну что ж, очевидно, это и есть ваше призвание. А наука, милостивейший государь, не ширма для торговых сделок. Не провожайте меня. Беседа. Как нельзя лучше. Он воздал должное моим заслугам. Жандармов? Сюда? В институт? Да вы с ума сошли! Я вынужден буду доложить о вас его высокопревосходительству, господину министру внутренних дел. Кому угодно! Нынче высшая школа автономна! И как директор института заявляю, здесь бесчинствовать не позволю! Как бы вам раскаиваться не пришлось? Я вас не задерживаю. Вам еще нужно? Петр Николаевич, родной. Здравствуйте, Александр Степанович. Простите меня, Бога ради. А я подумал, опять этот жандарм. Зачем он приходил? Охотится за студентами. Что такое? Простите, я присяду. Что с вами? Что-то с сердцем нехорошо. Может быть, воды? Ничего. Благодарю вас. Что же вы стоите? Садитесь. Благодарю вас. А я вот никак не могу привыкнуть, что вас нет в Кронштадте. И вас мне не достает, Петр Николаевич. Очень не достает. Ну, ничего. Будущей осенью у нас освобождается вакансия, и я вас к себе в институт непременно. Ну, только если вы согласитесь. Ну, вы еще сомневаетесь. Вот и чудесно. А очень хорошо, что вы приехали именно сегодня. Ведь мы здесь работаем, несмотря ни на что. И мне кажется, что сегодня я вас кое-чем не обрадую. Да вы бы отдохнули. Ничего, Петр Николаевич. Сейчас я вас познакомлю с моими ассистентами. Прекрасные молодые люди. Пожалуйста, принесите сюда микрофон. Александр Степанович, мы невольно слышали, как вы с жандармом воевали. Эх, как мы его здорово. Ладно, познакомьтесь. Петр Николаевич Рыбкин. Петр Николаевич? Тот самый. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте. Ну, друзья мои, покажем наши достижения Петру Николаевичу. Микрофон проверили? Проверили, Александр Степанович. Подключите его к передаче. Хорошо. Мы с Петром Николаевичем останемся здесь, а вас и Семен Яковлевич попрошу установить приемник во дворе института. Хорошо, Александр Степанович. Вот мы и опять вместе, Петр Николаевич. Как в доброе старое время. Садитесь. Спасибо.
Семен Яковлевич! Забыл перчатки. Ушел. А вы помните, как звонил наш первый звонок? Ну как же, как же, как же. Как я волновался тогда. А вы думаете, что я не волновался? А грозу помните? Гроза. Гроза. Да, грозные дни наступили, Петр Николаевич. Но гроза очищает воздух. Легче дышится после грозы. То, что мы вам покажем, это только первые опыты. Самые первые шаги. И уж простите, если нас сегодня постигнет неудача. Ну, начнем. Семен Яковлевич, сейчас с вами будет говорить Петр Николаевич. То есть как речь? Живую речь передаете? Я потрясен, Александр Иванович. Да вы им туда-туда говорите. А что же я им скажу? Ну, все, что хотите. Семен Яковлевич, вы перчатки забыли, руки замерзло. Возвращайтесь немедленно, а то Петр Николаевич не поверит, что вы слышите нас. Ну, это чудесно. Я же сказал, что сегодня обрадую вас. А? Идут. Ты здесь, слава Богу. На улице беспорядки. Институт окружен полицией. Опять полиция? Когда же они дадут нам работать? Я пришла, чтобы сообщить, тебя срочно вызывают к Дурнову. Вот видите, не дают нам работать. И прежде всего министр внутренних дел. Вы нездоровы, вам нельзя к министру ехать. Не знаю, не знаю, мне сейчас не до министра. Петр Николаевич, неужели нас не услышали? Что случилось? Почему не пришел Семен Яковлевич? Разве вы меня не слышали? Все слышали. Он уже побежал за перчатками. Услышали, Петр Николаевич? Но дело в том, что его и Петрова арестовала полиция. А вы говорите не ехать к Дурнову. Надо ехать. Обязательно. Немедленные и безусловные гарантии свободы собрания, свободы слова и неприкосновенность личности. Немедленный созыв учредительного собрания, отмена смертной казни и амнистия политических заключенных. Что это? Резолюция Совета Электротехнического института. Я вас не об этом спрашиваю. Я вас спрашиваю, как вы могли подписать такую бумагу? Это мое убеждение. Я явился сюда, чтобы вновь заявить протест по поводу самочинных действий полиции. А вы явились ко мне, потому что я потребовал этого. Ваш институт превратился в рассадник бунтарства. На ваших глазах обезумевшие молодые люди упражняются в неспровержении основ государственности. Пора этому положить конец. Студентов, перечисленных в этом списке, извольте немедленно из института исключить. Исключить? Лучших моих учеников? Исключить завтрашний день русской науки? Не могу. Отказываюсь. Это все, что вы мне можете сказать? Все. Вы свободны. Нет, нет. Без вашей помощи. Избран единогласно. Не убоялись гнева властей. А ведь каждый из присутствующих знал, почему Попова нет на собрании. Я счастлив доложить вам, что избранным единогласно председателем физического отделения Русского физико-химического общества является ныне профессор Александр Степанович Попов. Это достойный ответ господину министру внутренних дел! Правильно! Выдающиеся труды Александра Степановича Попова открыли новую славную главу в истории русской и мировой науки.
Имя Александр Степанович. Александр Степанович. Разрешите. Эти грозные дни обновления России он показал высокий пример служения отечественной науке. Для Александра Степановича Попова подвиг науки всегда был неотделим от подвигов во имя торжества правды, свободы и справедливости. Ну, слава богу, что я только не передумал. Идемте, Александр Степанович, идемте, вас ждут. Идемте. Друзья мои, учители и ученики мои, я глубоко благодарен и за оказанное мне доверие, и за признание трудов моих. Все, что сделано мной, только начало. Но знаю, что дело мое продолжат мои соотечественники, и мое изобретение, развитое молодыми талантами, будет переносить слово правды через пространство и рассказывать миру о славных деяниях нашего народа, светлое будущее которого мы все твердо верим. Велико будущее у народа, который через все тягчайшие испытания пронес гордость и мужество, пытливость мысли и трудолюбие. Без устали предстоит работать каждому из нас, чтобы приблизить время народного счастья, чтобы поставить на службу человека еще не раскрытые и неиспользованные силы природы. Всю свою жизнь я искал новые средства связи между людьми. Но с годами мне стало ясно, что связь эта останется бессильной, если не будет опираться на прочную и справедливую связь между людьми в самом устройстве человеческого общества. Только та наука жива и прекрасна, которая крепит эту связь. И мы вправе гордиться, что наша наука, наука России, всегда почитала первым и священным своим долгом служение народу. Отдадим же все наши силы и знания на благо народное, на славу и счастье нашей Родины.